Вот. Короче, он сидит и ждет, когда выйдет батл. Это прикольно. Потому что, да, мы участвуем в его рекламе. Можете ее уже посмотреть на рифмах и панчах. Я скажу, что это один из лучших рекламодателей за все время. Тинькофф, реально. Да, но он... А как тебе заявление Тинькова? Вот я слышал, что славный друже отказался работать с Тиньковым после того, что услышал заявление Тинькова, что все блогеры это продажные, типа, ну просто продажные твари, ну в таком стиле. Типа, которые за деньги мать родную продадут. Цитата примерная. Что ты скажешь на это? Скажу на это, что Обломов ровно такой же продажный чувак. У меня есть все пруфы. Если нужно, я их предоставлю.